у всех в школе есть попыты. Я одна осталась. Скажи, что в магазине за углом сейчас скидки. В магазине за углом сейчас скидки. Ну купи. Ну хоть малюсенький. Понятно. Непробиваемая. Да уж. Ну, хочешь, я тебе свой попыт дам. Только аккуратно. Ну я же... Ладно. Привет. Давай попыты щелкать на перегонки. Давай, только я своей Ксюше дала поиграть. Свой? Как это дала поиграть? А ты чем играть будешь? Ну, могу твоими. Ага, сейчас. Могу вообще не играть. Ну что, пощелкаем на перегонки? Да, давай. Давай. Тю, так у вас мало попытов. Я думала, мы сможем сыграть на равных. А давайте просто поделим все наши попыты на троих и сыграем все вместе. Ага, как же. Сиди там со своим одиноким попытом и не влезай в серьезные игры. Ладно, так уж и быть. С тобой я сыграю. У тебя хотя бы есть три попытки. Давай, 3, 2, 1. Никогда, никогда не расстанемся. Ксюша, смотри, куда идешь. Совсем от своих попыток обезумели. Дай сюда. Сюда давай. Ирина Анатольевна, только не это. Я буду внимательна, очень внимательна. Только попыток верните. Не отдам. Это зло. Все школьники только и делают, что попыток щелкают. Все, конец. Почему я? Ну почему? Ксюш, ты чего? Что случилось? Анаконда мне забрала все мои попыты и запретила играть. Твои попыты? Ты хочешь сказать мой попыт? Мои, Машины, мои, какая разница? Ты не слышишь, она запретила играть! Ну запретила и запретила, чего орать так? Почему жизнь такая несправедливая? Как мне унять эту боль? Есть! Да, это однозначная победа. Я лучшая! Поздравляю. Ты знаешь, мне что-то надоело играть. В смысле, надоело проигрывать? Да нет. Вообще надоело. Все, я завязываю с этим. Ты что задумал? Я? Да так, ничего особенного. Просто новая игра. Что
такое делаешь, Кирилл? Ты же его испортил. А пофиг, надоели. Я не буду смотреть на это издевательство над попытом. Ну и не смотри, я их все порежу. Где мои попыты? Где они? Они исчезли! Это ты их порезал? Отвечай! Ну, полегче! Я с тобой играл, когда бы я успел их порезать? Точно. Значит, это Ксюша. Сейчас я ее найду. Ну, Ксюша, тебе конец. Вот ты где, ворюга. Маша, она их все забрала. Кто забрал? Что забрал? Верни мои попыты. Не могу. Анаконовна их всех забрала и запретила играть. Капец. Я с тобой еще не закончила. Ирина Анатольевна, откройте. Я знаю, что вы там. Попыты мне самой нужны. Чё надо? Верните мои попыты. Они мои. Они мне нужны. Куда мне руки девать без них? Не мои проблемы. Иди отсюда. Так. Идем на второй раунд. Я все маме расскажу. Мама мне попыты купила, а не училки какой-то. Алло, мам? Что? Тебя не слышно. Алло! Маш, ты чего кричишь? Училка отобрала мои попыты. А это все Ксюша виновата. У тебя тоже... Ну, забрала, да. Не пойму, чего вы так все завелись из-за этого? Ты с ума сошла? Это же попыты! Вся моя жизнь! Что мне делать теперь? Что? Не знаю, водички попей, что ли. Фух. Кирилл, что это у тебя там в мусорных пакетах? Старые тетрадки? Не. Старые попыты. В смысле? Ты не знаешь, что такое попыт? Это такая штука с пупырками. Кирилл, где мои попыты? Маш, я немного увлекся и порезал твои попыты и мои. Мои попыты? Ты больной? Вот скажи, за что ты меня так ненавидишь? Маш! Это всего лишь игрушки, успокойся! Нет, я его сейчас по стенке размажу! Что за шум? Вы что так орете, как будто поросят режут? Режут... Это опять из-за попыток, а? Вы уже утомили. Одна готова друзей продать за попыт, другая, как Кощей, чахнет над своим богатством, третий мелкий вредитель. А ты? А что я? Мне вообще пофигу. Вам вообще все пофигу. Одни попыты на уме. Вот. Собирайтесь свои попыты.